Итак, сотни жителей поселка Новый уже почти неделю живут без холодной воды. Причина – водонапорная башня, которая перестала работать. Во время грозы были повреждены линии электропередачи, и сооружение оказалось обесточенным. Когда у людей будет бежать вода без перебоев, в муниципальном предприятии Бийска ответить пока не могут. Бывает, что если внизу открыли, на втором этаже или на первом, вообще не бежит вода. Все вот так вот мы ходим туда-сюда с ведерками, ни в туалет сходить, ни посуду помыть толком, ни помыться, ни постираться. Коммунальное ЧП в поселке Новый произошло на прошлой неделе. Из-за упавшего дерева без электричества осталась водонапорная башня. Пока поселок, в котором живут несколько тысяч человек, обслуживает лишь одна скважина. И, по всей видимости, она не справляется. Давление в системе упало. Вода бежит тонкой струей. Особенно страдают жители многоквартирных домов по улице Урожайная. Людям приходится набирать воду в кастрюли и тазики или вовсе покупать ее в магазине. Как нам сегодня стало известно, работы на объекте ведутся, только вот когда именно в поселке возобновится подача холодной воды, неизвестно. Звонили, спрашивали, и всегда спрашиваем в аварийку, там, диспетчерскую, куда-то, какие есть телефоны, звоним. Но внятного ответа никто никогда не скажет. Либо там звоните на тот номер, звоните на другой номер, звоните на третий. И вот так. Нас футболят, как хотят.